Так, вот и подошел к концу наш первый этап, первый аматорский турнир в городе Харькове. И как по мне, так вообще атмосфера была неплохая. Многие люди отзывались хорошо, что все понравилось, идея хорошая. Будем планировать на следующий этап. Руслан, октябрь у нас, да? Ну да, по-моему, октябрь. Да. На сайте уже есть календарь, я думаю, кому интересно, посмотрите. Да, на главной странице «Бильярд Харькова», это вы можете увидеть, там третья статья, там уже расписание на полгода. То есть, вот, планируем набрать не менее 60 человек. Соответственно, турнир уже станет более популярным. За 2 месяца мы обязательно это раскачаем. Вот, конечно, вам было сложно, вы многие еще не были готовы играть тогда, до финала, многие не доходили до полуфинала, стали. Но все придет с опытом. Я думаю, за год вы приучитесь, скажем так, к этому темпу игры, к турниру вообще, к времени. Вот, итак, давайте наградим сейчас 3-е место. У нас Жданович Андрей. Я медаль вышел. Школа чемпионов. Billiarder.com.ua